Дорогие друзья, добро пожаловать на наш канал. Каждый месяц мы для вас снимаем распаковку витамин, который у нас заказали на совместные закупки. Заказывают как оптом, так и в розницу. Турецкие витамины мы выкупаем и доставляем в Россию, в любой город. Формируем такую большую посылочку, которая должна составлять не менее 20 килограмм. Все пронумеровываем и отправляем в Москву. В Москве наш курьер распределяет все по городам. Заказать можно у нас на коллективной закупке от 5 упаковок витамин всеразличных. Помимо витамин можно заказать препараты для животных. Мы их возим как оптом, так и в розницу. Бравекта, Симпарика, Нексгард, Нексгард Спектра. Вот, для кошечек тоже есть. Ну, в принципе, все препараты можем найти. Ну, мы сейчас в отдельности покажем, да? Да. Что у нас заказали в этом Еще месяце? У нас появился дистрибьютор суда «Витамин». Мы теперь можем выкупать большими партиями по очень выгодным ценам эти препараты. Все идет прямо с фабрики. Тут на самом деле есть некоторые такие витамины, которые я даже не видела никогда. Линейка вот очень большая. Да, поэтому интересно. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы в телеграм-канале будем рассказывать все подробно о каждом витамине, для чего он, из чего состоит. Вот тут есть полностью состав. Ну и кому не подходит, только телеграм, еще в инстаграме у нас Instagram, отдельная страничка, расскажи да. про нее. Инстаграм у нас уже давно отдельная страничка, мы там постоянно постим все о здоровье, витамины, питание у нас и многое другое. Один доставки. Ну сейчас мы витамины рекламируем, да, поэтому товары. Больше. И второй витамины. Мы здесь прикрепим да. оба инстаграма и подписывайтесь прямо на два. Ну, а есть просто люди, которые со сложностями заходят в Инстаграм и просят всегда создать Телеграм. Мы создали Телеграм, и в Телеграм мы тоже будем загружать витамины. Потому что некоторые спрашивают состав, да, ну, например, давай что-нибудь возьмем. Мультифэм 50 спрашивают, а какой у него состав? Естественно, весь состав в голове-то не упомнишь, поэтому мы создали Телеграм-канал, где полностью мы будем описывать полный состав каждого препарата. Это наш офис, друзья, склад, так сказать, помещение, где мы работаем, занимаемся вот такими вещами, как заказываем витамины, все здесь складываем, собираем. И вот сегодня это все поедет в Москву. Ну и перед тем, как мы это все заберем, решили для вас показать распаковочку, какие витамины чаще всего у нас покупают. Ну и давай сделаем топ-5 витаминов этого месяца. Хорошо. Первое – это Артрофлекс. Хорошо, давай его найдем. Где он у нас? У нас заказали больше всего. А он везде. Вот я его вижу. Вот. Каждую баночку мы подписываем вот таким номерочком, чтобы в Москве было проще распределить. Ну, нутроксиновский Артрофлекс очень хороший, качественный, действующий. Здесь глюкозамин, кондроитин, витамин С, МСМ. Для чего он применяется? У кого проблемы с суставами, с хрящами? Угу, для костей и для хрящей. И суставов. Да. Очень хорошее, эффективное средство. Это топ хит продаж номер один. Номер два. Номер два это коллаген. Day to day. Ну, давай, ну, нутроксиновский ну, тоже. Да, не только, просто коллаген вообще. Коллагены. В общем, коллагены. Да, давай троечку сделаем. Day to day, биоксин. И вот сюда, покажи. Сюда. Иксфоны, это в шотах. Вот это в саше, да? Да, это саше, это порошок, а это в шотах питьевой. Это уже для людей более пожилого возраста. Которые легче, да, его, наверное, будут употреблять. Сюда ходит состав Басвелия, витамин С, Д3, цинк, К2 и должен быть пробиотик. Даже глюкозамин и хондроитин входит. Угу. Очень хороший. Производство Германия. И еще найдешь банку нутроксина? У меня заказывали. Вот он. Да. Такое, это тоже саше. Ну, это в порошке. Ну, это в порошке, то тоже в порошке в Просто саше. Он дозированный, каждый, да. каждая доза в пакетике, а здесь ложечкой нужно. Ложечка, да, засыпать. Ну, это так, два. Это номер два. Номер три. Омега. Номер три, наверное, омега, да. Но омега тоже разные берут. Чаще всего какую? Я бы, наверное, даже сказала три. Угу. Омега-3, омега-369, шифахом, нутроксин. Такую Ой. Омегу берут, да? Детская в Детская сиропе. В сиропе. Угу. Это Потом, Ocean, да, производство? Да. Еще где-то есть. Надо Эфа где твоя? Вот она, Эфа. Да, Эфа одна из лучших, Это считается. Производство Турция. Здесь хороший состав и высокая дозировка рыбьего жира, насколько я помню, да? Вот. Да, рыбий жир, омега-3, Эфа-ДГА.
Угу. Хороший состав. Ну, так, давай, четвертое место. Магнезиум, могу сказать. Магнезиум. Нутаксин, магнезиум. Оушен, экстрамаг. Магнимор, очень хороший. Потом... Вот Оушен, вижу, экстрамаг вот. Часто берут. Еще есть магнезиум с витамином В6, тоже часто берут. Он у меня где-то есть там, но сейчас вот мы магнезиум, найдем. Вот комплекс плюс В6. Можешь поближе? Вот такой есть. Да, ты прям к камере подноси. Вот так, угу. Да. Угу. Ой, этот классно. Скажи, что тут здесь и цитрат, и малат, и глицинат. Поверни. Вот цитрат, бильгицинат, малат, туран. Вот тут написано. Давай. Цитрат, глицинат, малат и таурат. Да, и тут полностью написано миллиграмма. Минералы и магнезиум. Вот, вот такое. Про магнезиум с В6, про который я вам говорила. Тут это у нас четвертый был хит продаж. Ну давай пятерочку. Да, давай и пятерочку, пятерочка. Я думаю, но мужчины это... для витамина, мужчины для женщин. Да, тоже так думаю, что вот для мужчин, для женщин есть как 50+. Кстати, суда, про который Ксюша недавно вам говорила. А есть обычный. Его... Есть, кстати, не только 50+. Я же говорю, есть 50+, а есть обычный. Просто обычный, даже, честно говоря, не знаю. Тут так мелко не видно. Можешь прочитать? Я просто... Ну, допустим, женском. Витамин А, В1, В2, В3, В5, В6, В7, В8, В9, В12, С, Д3, Е, К1. Железо, цинк, медь, йод, кальциум, хром, магнезиум. Три вида магнезиума. Селениум. Пробиотик есть. Коллаген. Ну и тут разные уже экстракты пошли. Л-карнитин, глицин, зеленый чай, энгинар, это артишок. Артишок. Ну и тут... Ну и они схожи, да, с да. составом? Женский и мужской, наверное. Ну тут немножко другой. Л-аргинин, таурин есть, угу. Селениум. Вот помимо, ну в принципе плюс-минус. Сюда... Вот еще вижу комплекс Мэн, нутраксиновский, еще такой же есть для женщин, тоже часто берут прям вообще на ура, разбирают. Вот могу сказать, Мультифем Вумен, ну, мне очень часто его заказывают, и женщина прям по 5-6 пачек берет, говорит, я от него помогает, в восторге. Да? Она чувствует себя лучше. Прям, да. Потом что у нас еще? Давай здесь покажем. Витамины D3, К2 часто можно заказывают. Можно еще, вот сейчас, пока не забыла, мы сейчас показали для взрослых хит продаж, а вот для детей жевательные конфетки, вижу там, можешь тоже сделать подборочку нам? Для давай. Иммунитета, там, сейчас как раз осень, детки болеть начинают все. Опять-таки Орзакс. Жевательные таблеточки. Здесь в пакетиках они. Тут у нас цинк, да? Состав С-витамин, цинк, D3. Угу. И самбукол. Здесь в состав входит черная бузина. Да. И тут тоже такой же, в принципе, плюс-минус состав. Цинк, витамин С. Ну вот. А вот ты лично они. Для своего ребенка какие витамины покупаешь? Я купила последний раз сироп натуральный, Мерт у меня простыл, и там был абсолютно натуральный состав. От кашля? От кашля, от такого недомогания немножко, 3 дня подавала, слава богу, мы просто первый раз пошли в первый класс, и он сразу, естественно, простыл. Вот, и вот этот вот витамин могу посоветовать, иммунол, здесь прополис, бета-глюкан, С-витамин, цинк. Кинезия. Вот состав. Ну, друзья, подписывайтесь на нашу страничку, там все подробно написано о каждом препарате. Ну, в общем, гамис, да, самбукол, иммунол. Для взрослых, для иммунитета. Вот хороший тоже состав. Витамин С, магнезиум, витамин Е, Л-карнитин, В3, В5, В1, цинк, В6, разбитая. Железо, хром и многое другое. Витамин С часто берут. Мой фаворит это вот этот производитель. Я Сандоз, тоже его люблю. Кальциум и витамин С, его можно пропить там 2 недели. Тут не только и С, еще и кальций. Да, есть. Большая здесь доза, 1000 миллиграмм. 10 капсул входит, 10 шипучих. Каждая таблеточка отдельно запакована. Хочу посоветовать Swiss Milk Thistle. Ты о нем читала? Да, я читала сегодня. Расторопша в состав входит основной, да, компонент. И это такой натуральный детокс для очищения организма. Вот. У нас его тоже часто берут. Берут как Swiss, так и Ocean Orzacks тоже. Да. Потом детокс-чай для похудения. Феридин Кунак. Это Феридун. Угу. Его можно пить. Он выводит жидкость из организма. Абсолютно натуральный здесь состав. Безвредный,
Вот. И снижает чувство аппетит. Угу. То есть да, кушать сильно много не хочется после этого чаечка. А вот еще вижу хондуракс. Это хондуракс? Это? А, нет, это новый это какой-то. Это глюкозамин, да, вот. Одна клиентка очень любит этого производителя. Force Nutrition. И классно, что тут так много таблеток. 180 таблеток, глюкозамин, хондроитин. Угу. Вот, еще хондуракс берут. Да, потом это железо в капсулах с витамином С, витамин В12. Опять-таки рыбий жир, омега-3,6,9. Угу. Каждый клиент, если он уже что-то любит и ему что-то помогает. Вот вижу капли для носа, Викс. Угу. Мы выкупаем то, что клиент хочет. Если клиент просит посоветовать, то мы советуем. Вот чем сами лично пользовались, часто говорим. Вот это этим постоянно пользуюсь. Очень хорошие капли в нос. Потом фарматон, я люблю витамины. У меня муж их принимал. Кстати, такие есть еще 50+. Хороший состав, вот он, когда смена погоды, да, немножко такая усталость какая-то, их пропивал, прям хорошо помогало. Вот там вижу пробиотики. Сейчас пробиотик покажу. И для кошечек еще. NBL. Люблю этот пробиотик. У меня, когда в детстве у ребенка были, извините за подробности, частые поносы, мне всегда прописывали мафлор, они вообще не помогали. И мне в аптеке посоветовали производителя NBL, и у нас все прошло благодаря этим. Пойдем туда, перейдем, там как раз и симпарика, и проекта покажем. Угу. У нас можно заказать линзы. Их очень много разных производителей, ну и, естественно, параметров. Препараты для животных, бравекто, бравекто для котиков, симпарика. Разные. Чем они отличаются? Весом да, животного? Ну и производителем, миллиграмм. Да. Кто что сколько любит. Таблеток где входит, скажи? В симпарике в 3, в бравекто 1. А это вообще в виде капелек? Это, да, это капельки. Пипеточки там такие дозированные. У нас клиентка постоянно заказывает. Потом еще, давай, вот смотри, этот. Зубные пасты заказали, вижу, нейтральный состав. Да, сейчас покажу гвоздика, еще. Гвоздика, прополис. Энтерожермину заказывают, пробиотик. Детский пробиотик, да? Да. Жидкие. Потом есть такие смарт для деток, мультивитамин. Здесь в состав входит витамин С, В1, Е, цинк, В5, В6, магнезиум. Хороший у них тоже состав. Про них у нас написано на канале много информации. Для беременных женщин витамины. Маме. Минералы и витамины. Да. Угу. Потом у нас еще что заказывают. Это что, солнцезащитные крема? Да. Угу. 50+. Такой один заказали для себя. Well-teen her. Кстати, для нее и для него есть это для тинейджеров. Комплекс витаминов. Угу. Потом что у нас? Вот, вот такой заказали для волос. Тоже ногти. Кстати, тоже очень часто берут и перфектил берут, и приорин берут для роста волос. Просто сейчас пока нет у нас в этот раз. Вот такой еще коллаген часто заказывают. Саше Day to Day. Часто спрашивают, какой лучше. Ну, смотря какой вы хотите, животный, растительный, морской. Ну и кто любит как пить? Кому нравится саше, кому нравится разводить, да, уже в водичке так, непосредственно. Ну вот, смотрите, тут мы уже вам показывали расторопшу. Тут прям много-много заказали этого препарата. Раз заказывают, значит, стоит задуматься. Видимо, действительно хорошая вещь. Ну и давай покажем Арзакс. Еще точно такой же есть Арзакс, да? Угу. Тоже оптом заказывают, хорошо идет. Что так. Еще с такого можно показать? Ну, мы тут на самом деле не все показали. Тут вот такой Орзак Оушен Омега. Угу. Вон, много еще запечатано. Оно поедет чуть-чуть попозже. Вот еще хочу показать шипучий самбукол для взрослых. Называется самбукол именно Plus. Есть для деток мы жевательные вам показали, а есть для взрослых. Вот. Дальше. Дортхепа, здесь тоже натуральный состав, артишок входит, натуральные компоненты. Вот витамин D хочу его найти, 5000 единиц, Церебромакс, вот он, скажи про витамин D. Ну, витамин D есть разные миллиграммы, вот дозировка. Этот вот 5000, да, дозировки есть, 1000, есть, нет, 10 нету, 20 тысяч. Ну, смотря сколько вам не хватает, да, его желательно не пить просто так, а сдавать анализ. Но если вы хотите поддерживать, то можно 5000 миллиграмм пить 3 раза в неделю. Вот это детский, да, D3, K2, капельках, в виде капелек тоже часто берут.
Есть в виде спрея, в виде капель. Еще Церебромакс тут виднелся. Вот он, Церебромакс. Для мозговой деятельности. Да? В состав входит сетикалин 250 миллиграмм. Если у вас такая работа перегруженная. Ну, опять-таки, в России мне некоторые клиенты писали, что это там такой прям сильный препарат, его там только назначают при каких-то травмах. А в Турции его назначают как витамин. Здесь и омега-3 идет в составе, и тут его всем прописывают, как бы, можно принимать. У кого сильно мозговая деятельность. Вот еще, кстати, меня в этот раз заказали. Артрофлекс, гель для суставов. Можно в комплексе принимать артрофлекс капсулы и гелем еще мазать. Смотри, вот есть спрей в горлышко, прополис называется. Очень хорошо помогает при боли в горле. Часто берут антивирусные пластинки, такие пастилки против вирусов. Цинк, нутроксин есть такой. Так. Неуразан, это тоже для улучшения мозговой деятельности. Гинкго билоба входит в состав. Комплекс В. Витамин на самом деле огромное количество. Можно бесконечно снимать, рассказывать, показывать. Ну, если вам что-то приглянулось, вам необходимо для себя, для вашей семьи, прям можете делать скрины нужных вам витамин, отправлять нам на WhatsApp. Здесь оставим свои контактные номера телефонов. Ну, а мы в свою очередь выкупим по выгодным ценам и сделаем доставочку в ваш город. Доставка выходит очень бюджетно, за 1 килограмм $10. Могу сказать, что, допустим, конечно, все зависит от упаковки. Если это стекло, это немножко больше весит. Если это коробочка обычная, бумажная, то меньше весит. Ну, примерно килограмм, на килограмм вы можете купить 7-8 витаминов. Бывает 800 грамм, 700 грамм. Да, бывает 500. Да. Вот, допустим, 5 штук. Смотрите, 5 мультифемов вот таких вот, они очень легкие. Всего 550 грамм. Угу. Как бы, ну, вес... А вот, допустим, коллаген для сравнения питьевой, он тяжелый. Да, то он 2600. Да, весит. Это все зависит от упаковки, как уже сказала Ксюша, жидкий, не жидкий, стеклянный, пластмассовый. Да. Просто спрашивают, а сколько витамины могут весить? Каждая упаковка весит разный вес, поэтому мы заранее не можем предугадать, и мы каждый витамин отдельно не взвешиваем, взвешиваем уже непосредственно ваш полный заказ. Поэтому пишите, пожалуйста, нам на WhatsApp, подписывайтесь на наш Telegram. Все номера мы прикрепим под этим видео. Не поленитесь, откройте ссылочку, да, внизу, и все будет написано. Ждем ваших заказов, ваши Ксюша и Лера.